Салют всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это реакция на клип Скриптонита Як 2. Если кто еще не в курсе, Як — это коньяк. Сори. Я был просто маленький пацан, кажется, стал мужик. Да, я в курсе, ты такой, знаю. Блин, все-таки мне кажется, что это реально строчки адресованы маслом. Надо будет глянуть еще раз. Так, окей, начался клип с интерлюдии. Коньяк полился. Окей. Так, сценарий отдельно. Отделе. Где трех метров снял. С теми тавранами мне по кошельку я не могу общаться, долг. В 16 я учился говорить маме то, что она хочет слышать. Сегодня даже мы пердёшь в новостях, а в ахуе, что okay. Сюда осталась крыша. С мамой okay. Это больше не нужно. Я говорил и слушал многих, перебивал и слушал многих, перенимал черты достойные. Слышал все, что мне дом неизвестно. Какое различие между цветами, какое там теплое, и здесь холодное. И так неинтересно. И у скриптонита это практически бух, во всех клипах. Рыл. Но мы взяли именно приставку, я бы просто играл и курил. Играл и курил. Прикольно, это типа за зеркалом, да? Эй, прикольно. Я бы вообще две песни Як объединил. Лучше три даже, прикиньте? Было бы прикольно, мне кажется. Ой, гад, я уже думал, все. А, ну все. Чуть не хватило прям. Адиль, конечно, красавчик. Интересный подход у него, и то, что он вот... А давай-ка я сяду на унитаз, хотя бы вот это. Это очень забавно. Но, еще раз повторю, мне кажется, было бы вообще прям топово сделать три версии Яка, соединить в одном клипе, типа их связать. Первой версии, конечно же, меньше уделить времени, как в начале интерлюдия была. Итак, хорошо, что я посмотрел титры. Вот мы встали. Штаны еще широкие. Блин, тут все работает, что ли? Я думал, ничего не работает здесь. Фак. Все? Не знаю, в общем. Но тут и начало, в принципе, такое. Неплохое. Ну, связь прям понравилась через коньяк. Часть вторая. Ну, я, наверное, все, собственно, сказал. Забавный момент с толчком, конечно же. С бутылкой. Очень прикольно. Как они вот выбирают клипы, которые хотят показать? Ну, почему вот именно Як он решил экранизировать, визуализировать? Не знаю. Как-то... Very, very странно. Что думаете по поводу клипа? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны, скоро куча реакций. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Check it out!